Всем привет! Я продолжаю проходить миссии Flashpoint Point Resistance. Сегодня у нас миссия под названием Лазер. Так. Таким вот. Нам нужно будет, значит, что-то сделать с лазером. Единственная миссия такого рода. Проникните на зону операции, вызовите авиацию, возвращайтесь в деревню А. Вспомнил. Так. Понятно. В общем-то, с помощью вот такого лазерного дальнометра, который здесь почему-то очень плохо нарисован, можно направлять ракеты. We have no chances, you know? With the NATO forces defeated, we are at the Russians' mercy. Подготовка нам пока что не нужна, мы должны будем занять наблюдательную точку. Вот так выглядит лазерный дальнометр. Интересно. ПНВ, ну а мне и так все видно. Да, здесь будут некоторые проблемы, конечно же. Но автосохранение, так что я сразу же потерял страх и иду дальше. Меня ждали. Ясно. Я бы, конечно, мог и попрофессиональнее это все сделать, но... Да. Вот так профессионально. Ох. Нужно было тихую винтовку брать. Плюс как-то в обход их по-быстренькому. Ночь же, ведь вы уже ничего не видите. Да-да-да, не смотрите на меня. А вот и наша цель. Берем лазерный дальнометр. И вызываем. Papa Bear, this is Yankee. You can send in Foxtrot. Over. Okay, let's move it, people. Get that bird in the air. Видите лазер.
направляем им в нужное место. Сюда. Ждем. Летят уже. Сейчас бомбу поводу точно в цель. Где бомба, алло? Наконец-то. Все, возвращаемся. Видели, как там бомба метко попала в цель? Это все моя заслуга. Все, возвращаемся. Стрелять не обязательно было. Ой, мне прям хочется. Мечта кончу пристрелить наконец-то. Спрятать тело, кстати. Прячем тело. Закапываем. Теперь тебя никто не найдет. Интересная вещь. Угу, возвращаемся домой. Больше здесь никаких сюрпризов вроде не должно быть. Да? Мужик. Вернулся вроде. Что мне еще нужно сделать?
машины, кстати. Как всегда. They will come for you soon, no? Sometime tonight. I hope they make it. Успех. Супер успех, я даже сказал. 5 медалек заработали.